могу тебя отсечь. Неужели ты считаешь, что смерть меня сейчас пугает? Я видел, как мой старший сын задыхался в предсмертной агонии, и потом ты волочил его тело за своей колесницей. Я прошу, верни его мне. Он заслуживает достойного погребения тебе. Я знал твоего отца. К несчастью, он до срока умер. Но смерть избавила его от муки гибели сына своего увидеть. Лес пошел на тайный сговор, и мне не нарушен, нужно наступать. Пусть мертв отважный Гектор, но стены Трои все так же неприступны. Я уничтожу любую стену, устлав обломки трупами всех своих солдат. Громовержец, клянусь, я сравняю Трою с землей. Своему сыну.
Так, ну что ж, оттуда и строим. Затем то, что знает, надо запомнить. Семь чудес света, что ж такое. И мы сказали, пирамидской, с которой мы пообщаемся, я полагаю, уже завтра с утра. Вот, то есть загадаем себе какие-то вещи, желания. Так вот, он не был восстановлен, место, где лежали обломки, были обнесены заборчиком, и они там пролежали до прихода арабов. У нас зеленое знамя ислама на Аравийском полуострове было поднято в середине 7 века нашей эры, а с конца 7 века арабы стали совершать набеги на восточное Средиземноморье. Вот один из этих набегов захватили Родос и вывезли оттуда остатки колосса Родосского. И затем идут короткие упоминания в исторических источниках. Первое, что потребовалось 900 верблюдов, чтобы их вывезти, а второе, лежали не в воде после разрушения, а на земле. Из культа Деметра. И вот о чем нам говорят из культа Деметра. А культ Деметра, он вырос из мифа о Деметре и Персефоне. Значит, вот о чем нам говорят легенды и мифы Древней Греции. Они нам говорят следующее. Что однажды, так немножко поэтично я об этом говорю, что однажды, когда Персефон, дочь Деметра, собирала цветы на лугу, ее увидел Аид, бог подземного мира, влюбился в нее и утащил к себе в Тартар. А вот когда он ее туда тащил, она успела издать крик. И этот крик услышала Деметра. Она 9 дней скиталась по земле в поисках своей дочери. Причем 9 цифра такая немножко мистическая, не стоит подчеркивать, уж больно часто она упоминается в таком разрезе. И лишь к концу 9-го дня Деметре сообщили, что с попустительства Зевса ее дочь утащил в Тартар Аид. И тогда она в горе и гневе превратилась из красивой молодой женщины в старуху, пришла в Элисир и стала горевать. Царь Элисима, что называется, пожалел старую женщину, дал ей кусок хлеба, поручил ей воспитывать своего сына. Но однажды и царь, и царица проснулись от диких криков ночью. Сбежали со второго этажа, где у них были спальни, вниз и увидели страшную картину, что вот эта старуха, которой дали кусок хлеба, держит их сына над огнем. Они в ужасе выхватили ее. У нее выходили у него мальчика у нее из рук. Вот. И тогда Деметра на миг вновь превратилась в красивую молодую женщину, все узнали богиню плодородия. Она им сказала: глупые вы люди, я же хотела дать вашему сыну бессмертие. И вот именно потому, что вот здесь все вертится вокруг Элисина, легенды и мифы Древней Греции говорят, что именно в Элисине все это проходило, там и возникло святилище Деметра, грандиозное сооружение. Ниша такая внизу для жрецов. И вот там было главное святилище Деметры. И именно там проходили Элисинские мистерии. А вот еще, прежде чем перейти к мистериям, вот мы сказали, что Деметра пришла в Элисин, превратилась в старуху и стала горевать. И земля стала горевать вместе с ней. Не одну минутку, там час, по крайней мере. А затем с первыми лучами солнца люди выходили наверх, радовали солнце, приносили жертвы Деметре. И как бы обретали бессмертие. Они уже были в аду, там, внизу, в Тартаре.